cha-cha one and two, three and cha-cha two. Не зная праздников и выходных, они ежедневно тренируют детей, чтобы дать ребятам возможность проявить себя в искусстве танца. Хореограф – специальность, включающая в себя не только высокий профессионализм. В первую очередь это позитив, мне кажется, потому что детям в любом случае необходимо получать тоже позитивные эмоции. Во-вторых, это, опять же, какой-то творческий такой процесс, поэтому очень важно иметь какие-то творческие наклонности, чтобы можно было придумать вариации и так далее, строить всякие такие истории. Ну и разбираться хорошо в технике, это тоже очень важно, то есть видеть сразу, чтобы глаз видел всякие недочеты, чтобы их можно было исправить. Соответственно, мне кажется, это вот три пункта, которые прям очень важны. В Ленинском городском округе несколько крупных танцевальных школ. Одна из них прославила муниципалитет на всю страну. Спортивный клуб «Звездный вальс» был создан еще в 2005 году. Сегодня детей тренируют порядка 20 хореографов, многие из которых бывшие воспитанники основателя и бессменного руководителя клуба Игоря Турукина. Как здорово, что у нас есть такая тема, что не зазорно, грубо говоря, ползать на коленках у начинающих спортсменов. Ну, что это значит, что наши спортсмены, взрослые, они уже тренируют, и педагоги. И у нас есть маленькие танцоры, которым мы отдаемся полностью себя. И совершенно не зазорно, что мы на коленках их поправляем. Поэтому пожелание, наверное, любить свою такую профессию всей душой и отдаваться ей полностью. Алена Семенова в «Звездном вальсе» около 2 лет. До этого молодой хореограф работала в Китае. Говорит, школы танца сильно разнятся. В России искусство находится на высоком уровне. Здесь, в России, колоссальное, прям достаточно сильное. Здесь педагоги очень мощные. В Китае такого нету. Вот, поэтому именно как педагогу ехать туда отлично, а как спортсмену на самом деле грустно. Сейчас у педагогов горячая пора. Они готовят пары к первому блоку чемпионата Москвы. Мы пахаем 24/7. Настрой у нас отличный, боевой. Просто что побивать едем. Ну, не за первым местом, но за полуфинальчиком едем. По итогам этих соревнований будут отобраны пары для участия в самом важном для танцоров событии года – чемпионате России. Тренеры «Звездного вальса» на своих воспитанников делают большие ставки. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.